Четвертый раз в столице Узбекистана прошли региональные рождественские образовательные чтения. Мероприятие состоялось в конференц-зале епархиального духовно-административного центра с участием священнослужителей, преподавателей, студентов Ташкентской духовной семинарии и прихожан столичных храмов. Открыл форум глава Среднеазиатского митрополичьего округа Владыка Викентий. В приветственном слове отметил, что современная жизнь часто затмевает духовно-нравственные ценности, взамен предлагая людям комфорт и удобство. А современная жизнь, конечно, борется именно с этими нравственными ценностями, которые дает нам Господь Бог. И такая борьба идет очень большая. И под видом добра, под видом удовольствий, удобств, конечно, уходит человек далеко от истины. По словам Владыки, мы должны созидать Царство Божие внутри себя самих. Также тема нравственности поднималась в докладе наместника Свято-Троицкого Георгиевского мужского монастыря игумена Нектария Блинова. Среди докладчиков были и студенты православной семинарии. Молодые люди затронули такие темы, как нравственные идеи святого мученика Иустина Философа, духовные и нравственные мотивы в творчестве композитора Александра Архангельского, грехопадение человека и трансформация нравственности, нравственное состояние современного человека и другие.